Доброе утро, 8 мая. Сегодня прекрасное солнечное утро, воскресный день. Сегодня в Украине празднуют День Матери. Хочу поздравить всех женщин, чье имя превратилось в слово «мама». Хочу поздравить вас с этим, пожелать мира, добра, чтобы ваши дети вас никогда не огорчали, радовали, чтобы все было хорошо. Начинаем новый день. У нас время завтрака. На завтрак у нас картофель пюре, жареная рыбка, выловленная моим папой. Здесь есть вот и поменьше окунёчки, и побольше это карась. И салат. Нам приятного аппетита. Присоединяйтесь. В погребе у нас стояло вино. Вино выпили и слили. Вот остались грязные бутыли. Поделитесь рецептом, как вы моете вот такие вот бутыли. Ёршик не достает. Муж сейчас, конечно, думает, как это все там мастерит свое приспособление. Но может, у вас есть какой-то особый способ, как вот помыть такие бутыли. Предложила ёршикам, сказал, что сильно умная. Он уже этим попробовал. Ёршикам ничего не получается. Не достает и до низа вообще не достанет. Нужен совет. Нужна помощь. Покажу, что придумал муж. Обычный мешок, сетка. Сейчас вот засовывают на каком-то шлангочке и в дрель эту шлангу прикрутил. Не знаю, не получается. Экспериментальное. Пену взбивает хорошо. Закручивает, да, Коль? Угу. Не. Не достает, да, до этих? Надо воду слить. Воду сольем. Так, сейчас сольем воду, попробуем. Воду слили больше половины. Сейчас будем пробовать. Опять этим мешком. Подумали, что может не хватает много воды и не получается раскрыться мешку. Закручивается, да? Ну, чуть-чуть отмывает, конечно, но совсем не то. Не, ну есть заметно, как бы что отмывает. Затягивает, если бы оно его не скручивало. Ну да. Металлическое что-то. В общем, вот такой вот у нас эксперимент. Не, но если долго мучаться, что-нибудь получится. Ну, заметно чище. Ну, чище, но не, ну все равно. Надо что-то думать. Думаем дальше. Прошло время. В общем, муж придумал, как это все почистить, эти бутыль. Соорудил вот такую вот конструкцию. Она вставляется, приделывается к дрели. И вот специальная даже трубочка, которая двигается, чтобы не набивала руку, когда будет вертеться, крутиться. В общем, получается, все дело это вот так вот.
по сравнению с тем, как было, был бутыль. И не нужно прилагать очень таких усилий. В общем, все получается очень даже чистенько, конечно. Ну, конечно, не то. Нужно почистить, но не нужно отрясти вот это руками. Мы спрашивали у мамы, и муж вспоминал, как его бабушка чистила руками, засовывала туда или тряпочку, или еще там какие-то, и сидела вот это вот, трясла этот бутыль. Ну, поделитесь опытом, как вы чистите бутыль. Только без хлора. Нужно без хлора? Ну, там чистят с белизной, кротом. Нет, нет, просто без всяких вот химических, просто моющие и... Вот здесь вот посередине бутыли был, как нет, бы, вот этот налет. Оно отмылось. А, ты видишь, оно вода запутывает. Вода запутывает. Фигни-мигни вот это. Надо воду слить. Слили воду. И вот с другой стороны бутыля получается вот так вот нечищено. Сейчас попробуем без слитой воды. Ух ты. И там надо на горлышко. Горлышко надо намотать тряпку. Не, мы сюда резинку, чтобы оно не било. Шланг резиновый одеть на вот эту. И тогда вот так вот заводить, оно будет. Ну, очищает хорошо. Я бы сказала, что очень даже. Такое, как оно было. Это ж с учетом, что пробное. Мы сюда подмотаем не одну губку, которую я напополам разрезал. А, эта губка получается напополам. Да, напополам. А надо сюда одну такую мощную и сюда вторую мощную. Тогда будет одну завести, потом как... Ну, это надо попробовать, все надо. Одну, вторую. Ну, потом... так как оно было вообще, ну да. Вот, оно стало очень даже чистое. Надо, мне кажется, на горлышко сейчас обмотать тряпкой, нет, чтобы оно не било. Не тряпку, это сейчас шланг. Надо сюда резиновую вдеть. Вот эту вот часть удлиненную. Продолжаем. Муж усовершенствовал все это, механизм этот. Ага. Беда. Одел, получается, кусочек шланга на... Пожалуйста. Одел кусочек шланга на все это приспособление, и как сказал муж, то весь секрет в том, что как там, что все нужно это дело перемотать. Секрет приблуды в синей изоленте. Да, кто в теме. Если бы не изолента, то бы ничего бы не получилось. Сказал муж, кто в теме, тот поймет. Thank you.
сегодня на небе не было ни единого облачка. И тут перед закатом вот такая вот красота. Всем спасибо, что смотрите мои ролики. Желаю вам всего доброго, мира. Всем пока!